Всем привет! Вы на канале My Dream, меня зовут Катя, и в этом выпуске вы увидите мои рабочие моменты, а также я покажу вам красивые пейзажи дорог, по которым ехал. Прямо сейчас я выезжаю из дождливой депрессивной Германии в Бельгию, там у меня будет загрузка, и проедусь по Франции, а позже Италии. Так хорошо здесь, в Бельгии. Мне даже кажется теплее, чем в Германии было. Как-то так. Во-первых, не идет дождь. Это уже радует. Парковка почти пустая. Так тихо. Уже все спят, наверное. У меня завтра рано подъем. В 7:08 загрузка. И во Францию. Thank you.
нету даже 15 часов, они уже говорят, что они закрыты, типа, выгрузиться нельзя. Ну, типа, как? Загрузиться можно, а выгрузиться нельзя? Такие странные вообще. 14:30 сейчас. В итоге мне пришлось спросить, чтобы меня выгрузили именно в этот день, потому что на следующий день у меня уже была работа. И так как у меня было немного товара, они все-таки согласились и пригласили меня въехать на территорию фирмы. Стараюсь быть внимательна на фирмах, потому что если стоят вот такие отбойники, они могут быть низкими, а чаще всего они настолько высокие, что мой бус, вот если я открою дверь, то есть я ударю, как бы, и будет неприятно. В таких случаях лучше отъехать от отбойника, чтобы не ударить дверь и, ну, потом уже подъехать под рампу. Сейчас меня выгрузят и буду свободна до завтра. Они забыли про меня. Я встала под рампу и стою уже больше часа. Прихожу на офис, говорю, как долго мне ждать выгрузки. Она такая, это женщина. Такая, сейчас. И я только возвращаюсь к машине, сразу открываются двери. Парень вышел, который меня должен был выгрузить, и она рядом с ним. Такие, извините, простите. Час или полтора часа. Что-то около часа, наверное. Впустую потрачено. Ну, у меня на сегодня работы больше нету, в принципе, я от этого ничего не потеряла, просто что хочу, наверное, поесть уже. И еще хочу поехать, знаю, здесь рядом есть магазин за водой. И завтра у меня тут же загрузка. Так что все прекрасно, и буду ехать на Италию. Уже растут маленькие. Весна. Прям пахнет весной. А у нас это 13 градусов тепла. Это бесплатная парковка Интермарше. Во Франции уже вовсю весна. Классная погода, все зеленое, свежо и очень красиво. И если бы можно было снять всю дорогу, которую я ехала для вас, я бы с удовольствием это сделала. Классная природа за окном, это как своего рода терапия настроения. Забастовка. Какой ужас. Люди, устроившие это мероприятие, просили водителей, которые проезжали по круговому движению, чтобы они посигналили в знак поддержки их протеста. Но так как я вообще не поняла, что к чему, я этого не сделала и столкнулась с осуждающими взглядами.
стиральные машинки автошколы, разрисованные цветочками, потому что, я так понимаю, они только для девушек. И, скорее всего, ну, точнее, я вижу, что там инструктор женщина. А вот. Не знаю, как правильно прочитать, авто что-то там. Я поняла, что это учебная машина, потому что, во-первых, едет очень медленно, во-вторых, какая-то заминка была на светофоре. Вот, такая прикольная функция. Я даже не знаю, типа, где такое бывает, чтобы девушки, например, ходили в отдельную какую-то автошколу к женщинам-инструкторам, чтобы не обучаться в обычной. Или это обычная автошкола, просто можно разделить вождение на женское и мужское. Ну, вряд ли, типа, ее случайно так разрисовали цветочками и всякими там штучками. Ну, не знаю, это чисто мои предположения, в общем. Увидела, решила показать. Я стою в этой пробке уже 2 часа. Я только съехала с автострады. Я не знаю, что там произошло за этот момент. Получается, где-то стала я на автостраду вот здесь. И вот это все короткое расстояние, вот это 2 часа движения. Сейчас мне навигация показывает вообще ехать в объезд. Потому что как будто бы вот закрыли дорогу. Почему закрыли? Непонятно. По рации что-то говорили, мне не слышно. Типа очень шумно, непонятно. Мне нужно заправиться. Я жду это на заправку. И я просто в шоке. Столько времени потеряла. Мне еще ехать, ну, часа 4, наверное. Я даже не смотрела, сколько мне полностью ехать. У меня еще телепас выделывается. Почему-то не открыл рамку, мне пришлось взять билетик. Вот. Я не знаю, как будет сейчас. Боюсь тоже, задержу сейчас пробку. Ой, не знаю, что он не сканирует. Нужно только звонить на службу поддержки прямо на рамках уже и типа просить их отсканировать мой телепас. Вот, странная ситуация. Ну, это французские эти, я не знаю, брамки. Только во Франции так тупят сильно эти оплаты дорог. Не раз такая ситуация была. Просто сейчас более стрессовая, потому что, ну, просто очень много народа. Я не поехала туда, где все едут. Поеду крайне левый телепас. Надеюсь, что у меня сработает. Очень. Ну, как всегда, не сработает. Your telepass is not okay for the car, the vehicle. The vehicle is over 3 meters. В общем, так как я не говорю по-французски, он мне несколько раз на английском языке сказал, что your telepass is not good. То есть не получилось у меня не отсканировать, сколько бы я ни просила. И также я просила дать кредит-тикет. Я знаю, такой можно взять в Италии. Во Франции такого взять нельзя. Это как будто бы оплата после, то есть кредитный тикет. На этом, в принципе, наш разговор был окончен. Я оплатила кэшем. В общем, дорогу перекрыли прямо перед носом, и там все стоит, я туда даже не сворачивала именно в город, потому что там просто вот эта вся пробка, она никак не может рассосаться. Я сейчас снова как будто бы выехала на автостраду и снова развернулась и попробую с националки заехать к своей.
своей заправки. Я вообще не знаю, получится ли у меня, но вот опять плюс 30 минут мне стоять. Чтобы вы понимали, дистрибутор на заправке с поломанным фиксатором. Вообще люблю такое сейчас. Как может быть на заправке поломанный дистрибутор? Я не понимаю. Ладно, мне еще долить тут каких-то пару литров, да. Я думаю, что передо мной фура так долго, мужик стоит, заправляется. Я думаю, что он стоит там, держит его. А оно, оказывается, фиксатор не работает. А прикиньте, сколько это заправлять. Там, ну, в общем, долго по времени. Фу. Сегодня что-то у меня вообще настроение пропало после двух плюс часовой пробки и после этого телепасса, который не сработал. Вообще катастрофа какая-то. Я уже должна была быть в Италии. Мне еще, слава богу, я еду через туннель Фрейджус или Фрейус, как его там называют правильно, что я хотя бы не буду ехать через горы. У меня завтра выгрузка, и я себе сейчас... Ну вот, 2 часа до Торино мне осталось, и это через границу уже в Италию. И еще где-то от Торино до Милана, мне чуть дальше Милана, там где-то тоже будет 2 часа, если не больше, я точно не помню. В общем, вот так непредвиденно бывает. Типа, все было хорошо. Я сегодня вообще такое настроение было суперское днем. В плане погодка просто шепчет, я не знаю. Весна на меня так хорошо влияет. Ой. Ну ничего, бывает. Буду я ехать, включусь немного позже. Удобно сделано, что рампы здесь, а к офису нужно обходить вот аж туда пешком. Приятно приезжать туда, где тебя уже знают и не раз видели. Приходишь такой на офис, типа, ну, сколько лет, сколько зим. Классно, сегодня солнышко, прям вообще по-весеннему. Кстати, вот вижу, что здесь есть переход на другую сторону. Не на всех автогрилях в Италии есть переход, тем более подземный. А здесь есть. Ребят, спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. Я иногда не знаю, что именно мне снять, особенно в те дни, когда у меня не особо получается где-то заехать, что-то посмотреть. Вот. Ну, такова моя работа. Тут уже дело случая, как повезет, где я попаду, куда не попаду. Вот.
На этой неделе у меня был вот такой вот рабочий момент. Практически все время была в дороге. И сейчас у меня тоже есть уже задание. Я сейчас завтракаю и еду загружаться. Буду лететь на Испанию, в Мадрид. Там у меня будет выгрузка. Думаю, может быть, что-нибудь поснимаю вам из Испании тоже. Если не подписаны на меня, подписывайтесь, если вам интересно. Вот, ставьте лайк, если хотите меня поддержать. И, как всегда, жду вас в комментариях. Пообщаемся. До встречи в следующем выпуске.